такой себе тропический дождик. Такая сегодня погодка. Вышел в коридорчик. Вот у нас с одной стороны такие вот горы красивые, страшные. А вот наш номер. Сейчас посмотрим. Такой вот у нас ванная комната. Принадлежности всевозможные. Кому попариться в ванной, тому сюда. У кого проблемы, тому сюда. Кому покупаться, тому сюда. А кому релакснуть, тому сюда. Да, кому бар пополняется, все в порядке. Открой мне, пожалуйста. Ну, ничего там сверхъестественного, да. Но напиточки есть. Зона отдыха. В карты играем. Тут у нас учебная зона. Уже книжки готовы к учебе. Уголок профессора. Профессор пока, правда, ерундой занят, блин. Ну, хотя в шахматы играет. Ну, это вот дополнительное место. Тут, наверное, ну, не знаю, кто провинится, тот будет тут спать. Вот. Ну, а вот самое классное это здесь. Погодка начинает налаживаться. Ну что, поехали. Первый. Какой? Давай. Первый. Едем на пляж. Такой отельчик. В лесу. Отель просто в лесу. Дышать как хорошо. Чуть-чуть не доехали один этаж. Даня, как обычно, все позевал. Это удочная станция. Ну как, Дань, водичка? Ага. Теплая водичка. Вот такой вот наш отельчик с берега моря. Получается, что сейчас вода теплее воздуха. Воздух, говорят, 19-20, а вода 26-27. Первый пошел. Вода бомба. Вода теплее, чем воздух. Готовится второй. Несмотря на то, что пасмурная погода, но все довольно-таки неплохо. Завтра будет жара, будем загорать. Где к нам? Тут тоже заснимем, тут тоже можно пообедать. Тут вечером станцуем, там покушаем. Вон, пошел. Первый пошел, второй пошел за ним. Куда мы едем? Рикси клуб. А, в Рикси клуб. Надо разобраться, да, потому что там тоже все сложно, и только там. А что такое Рикси клуб? А, детский, да? Детский. А, едем в детский клуб. Кстати, вот здесь парни. Да, Дань, будешь сам ездить. Красотень.
27-я маршрутка. С 95-го на кольцо. Добрый день. До окраины заехали. Где-то темнее. Когда мне нужно набирать, вот это же. Спал. Пушкой. Не спал. Типа я все запомнил и понял, куда идти. Такие ездят. Это трамвай. Едем в детский комплекс. Прибыли, да? Нет, еще не прибыли. Ну, улитки наши. А, вот что вот это наше украшение. Прибыли. В общем, идем в детский клуб. О, так у меня маски нету. В общем, решили Даньку сдать на день, а вечером забрать. Ну, вернее, его на машине вечером привезут. Прям в номер. Ну, такие санитайзеры выдают. Просто ты уже сам придешь. Но если, допустим, ты не знаешь, где мы, то они нам звонят. И говорят, придите, заберите, я приду. Машина? В отель. На рецепт. На рецепт. Тебе привезут на рецепт. Там тоже разбираешься. А пляжешь мы. А вот предварительно у нас вот тебе не занимается. Американский футбол. Очень я люблю эту игру. Так, в общем, думаем, куда ребенка сдать. А папа, вот это будет там. Ну, у тебя есть мальчик завтра, и я тебя всегда напомню, как будет, да? Тут такая тема, ребенка утром сдаешь, и его все, никуда не отпускают, за ним следят целый день. Очень хорошая функция для родителей. Вот такая вот зона, тут все выбираешь, записываешься, и ребенок целый день занят. До позднего вечера. Вот нас. Даниил, очень приятно. Я Мэри Даня. В общем, пойдем сейчас разбираться. В общем, везде тут занимаются детьми. Тут индивидуально занимаются. Все, идем на PlayStation. Все, Дане больше ничего не надо. Сколько тебе лет? 10. 20 тоже скажи. Туалеты. Понял? PlayStation. А взрослым здесь можно играть? Да, у нас есть. Здесь есть. И настольный теннис, настольный... Все в лесу. Да, они каждый играют мафия вместе. Вот. Угу. Да.
Вы видели, аквапарк, бар есть? Да. За бар семечку есть. Все, ребята, для людей и для детей. Такие вот зоны отдыха. Все для детей. Баруха для детей. Пошлите. Пошлите дальше. Дань, тинейдж-клуб. Там сейчас будешь рад шеф. Покушаешь мороженое, заглядывай. Тоже видишь PlayStation, футбол, теннис. Там еще одна горка. Сосновый лес. Везде пишу. Живопись. Будешь рисовать? Нет, да? Столяра, вот то, что тебе говорила. Ну, столяра 100%. И тем более пятница, выходной, а у нас сегодня уже что? Четверг, да? Суббота. Ну, я посмотрю, что у нас там по экскурсиям. В общем, ты тоже уже ты ходишь везде и играешь. На 16.00 на английский пишу. Пойдешь? Конечно. Да, попражняешься. На 9.00 на мафию пишу. Пойдешь. Так, PlayStation, это понятно, это ты сам ходишь. Мастерская робототехники. Не, английский, что там будет? Какой-то урок. Ну, давай один раз сходишь. Покажешь свой класс там всем. Не понравится, ты всегда можешь уйти, понял? Ты пришел, не понравилось, пошел гулять по клубу. Окей? Так, сюда смотри. Может, там будет. Дань, вот сюда пишу тебя на завтра. Сегодня выходной, а на завтра как раз пойдешь. Уже? Робототехника. Вот из Лего, а потом, наверное, подключение. Да? Лего Education. Пойдешь? Музыкальная академия. Ну, там поют. Нет? Танцевальная. Ну, учат танцевать. Ну, танцевать надо уметь вообще. Пойдет, пойдет, Даня. Давай. Опять же, не понравилось, ушел. Понял? Там тебя научат какому-то там... Куда? Теннисные корты? Да. Это мы уже сейчас сами решим на когда. Значит так, ты тут разбираешься? Что-нибудь еще не знаешь? Подошел, спросил на английском. Ну, может, тебе что-то объяснить. Хотя, что тут объяснить? Это просто ты тут самостоятельно. Желательно познакомиться с пацаном. Пошли дальше разбираться. Такие тут грибочки растут. Это колонка музыкальная. А тут учат музыке. Конечно, конечно. Придем сюда. Тут учат рисовать. Приглашает. Сколько персонала. Дань, идешь рисовать? Тут вот танцам учат. Еще один вид лифта. Внутри корпусной. Куда мы попадем, не знаю. Ну, на пятый не этаж, пока не имею. Наверное, лифт наш тут, с той стороны. Будем сейчас искать. 25, вон туда. Вон наши ребята там уже в теннис играют у подножия гор. В общем, купались, а тут, оказывается, чемпионат идет наших сотрудников. Это главный защитник. Хорош! Влад!
Оно, ты смотри, что натворит. Ты смотри, что натворит, Дань. Молодцы, молодцы. Даня мячи подает у нас. А, судья. Ну, я чуть-чуть его занял его место. Видите, у меня такая высота. Так, все, тихо. Тренер подает. Должна быть низкая передача. Молодец. Комиссар наблюдает. Нормально, нормально. Под окнами у нас такое дерево растет. Смотрите. Шипы. Все в шипах. Конкретные шипы. Очень красивое дерево. Да, Дань? Вот такие. Ну, тут какие-то мини-шипы. Идем с тренировкой. Вот это наш корпус. Вот там мы где-то на 5-м этаже за деревцами живем. Поднимаемся на свой 5-й любимый этаж. Идем делать математику, да, Дань? Да. В общем, сдали в клуб его до утра. Это их не начальник. Сейчас он с ними разберется. Ну, главное, что все слушаются и ведутся. Начальник не очень нравится. Начальник.
Время ужина пришло. Никогда не приходилось жить на первом этаже. С одной стороны, прикольно. Вышел, и у тебя свой столик, но говорят, что там может быть. Вот наше дерево любимое, шипованное. Такие вот тут чаечки у нас. Боятся, текают. Сегодня у нас после обеда футбол, поиграем, а завтра на яхте. Пойдем в море на этой яхте, это завтра или послезавтра. Ну а пока мы идем на пляж. Такие вот здесь зоны отдыха. Но мы предпочитаем отдыхать в центре, поэтому мы идем в центр. А центр находится там. Такие тут есть статуэтки везде. Нам надо будет сходить к этой обезьяне еще вечерком как-нибудь. Это вот самый правый пляж, который типа бухточки. Тут никогда нет ветра и волн. Но зато там есть транспорт, поэтому мы тут не купаемся. Ну а так, в принципе, зона отдыха. Что на пляже, что на территории. Кто как любит. Я поначалу, мне не нравились эти травяные стили, но в принципе нормально. Тут очень качественные спортзалы, оборудование, все новое, все кожаное. Бери и занимайся. Вот такие вот залы, аппараты, дорожки. Было бы желание заниматься, есть где. Тут вот Тесла, крутишь педали. И играет музыка. Чем больше крутишь, тем громче играет. Тут такой городок. Не современное оборудование,
а именно народное, которому, в принципе, я дал бы предпочтение. Вернее, отдам, когда буду спортом заниматься. Спасатели, все в порядке. Ну, как правило говорится, вот куда первый день пришел на пляж, туда потом и ходишь весь отдых. Так у нас и есть. Первый раз мы тут упали, и тут мы и живем. Наталья тут уже. Выбрались мы в местный аквапарк. Будем сейчас разбираться. Даня очки хоть нашел. Вчера ставили очки на волейбольной площадке, и никто их вчера за полдня, и сегодня за полдня, и за ночь не забрал. Ну, будем разбираться. Ну что, поехали. Больше. Ой, мана! It's okay. Bye bye. Перевернулись. Молодежь перевернулась. Первый раз в бассейне. Вода пресная, не люблю, но придется. Ну а вы на чем?
у Дани новый стиль купания. Даня, пошел! Дань, давай, пошел! Молодец! Так, я не понял, это что, наш один апероль едет? Вернее, мохито, а где апероль? Приехал мохито, но какой-то некачественный. Да не знаю, как это. После обеда уже начинает диджей работать на бассейне. Ну а мы на баруху. Местечко тут полежим. Пошел прогуляться, вот смотрите, мандаринки растут. И вот именно здесь даже в столовой дают такие, они зеленые, не оранжевые, как у нас. Смотри, красиво. Сейчас бери, рви и ешь. Бери, рви и ешь. Ну, что-то жалко как-то. Я даже не буду их рвать. Потому что, ну, просто красиво. Такая аллейка новенькая. Иду за Даньки. Надо искать Даньку, как с утра ушел, так и нету. Какие красивенькие. Данька, конечно, крутой. Он в детской комнате ездит на моторе, блин. Ну, я скромничаю, пешочком хожу. А какие красивые. Это вам не Марьяновка. Корми. Куда? На свет прям, на свет бросаешь, мне надо. Ну, такие вот. В рыбном ресторане сегодня. Рыбки. Ночью даже дно видно. Очень долго, да, нам только принесли руку. Не успевает. В общем, сидим, кушаем.